Меня зовут Карл Раш. И открытие этих файлов — мое последнее действие на посту главы Харгрив Раш Биохемикал. Слушайте внимательно. Вы должны знать правду. Инопланетяне, называемые цефами, находятся здесь миллионы лет. Мы обнаружили их во время Тунгусского инцидента и собрали их технологии. С этими знаниями мы и основали компанию. Мы создали команду «Раптор» и послали ее на Лингшан, чтобы протестировать боевой экзоскелет «Нанокостюм». Лидер команды «Пророк» знал больше других, но и он не знал всего. «Нанокостюм» создан из инопланетных материалов. Мы не знали, что он призовет спящих цефов. Это была первая война с пришельцами. Только два раптора выжило. Псих и Пророк. Пророк очень сильно изменился в результате. Навсегда заражен цефами. Все же мы победили. Но они не были побеждены. Они адаптировались к окружению и атаковали снова. Пророк сражался с ними в Нью-Йорке, развив свой нанокостюм до потрясающей силы. Но инопланетное заражение сделало его еще ближе к цефам. И он заменил свою зараженную плоть и обратил их оружие против них, уничтожив их силы. Но его предали. Сэл обратилась против Пророка без моего ведома. Они присвоили победу в Нью-Йорке и сейчас захватывают власть в Вашингтоне. Цефы побеждены, но их технологии по-прежнему смертельно опасны. Сэл злоупотребляет технологиями, чтобы подмять под себя экономику. Я прошу об одном. Найдите Пророка. Он опасен. Он уже не человек. Но он может остановить Сэл. Вы должны найти Пророка. И молитесь, чтобы он спас нас в последний раз.